Привет, друзья! У нас Боли отчаяния, у вас печеньки и чай, и мы продолжаем наблюдать за жизнью и удивительными приключениями Люси Рыбаковой. Она же Людмила Фишер, широко известна в узких кругах под агентурной кличкой «Селедка». Люся падала в спасательной капсуле на эту планету и затормозила головой. После этого у нее поехала кукушка, и теперь она собирает мужской гарем. А ритуалом посвящения в этот гарем является скармливание в сыром виде своих конкуренток. Итак, в конце прошлой серии, ну, у вас-то это, наверное, сутки пройдет, может быть, двое, не знаю, как серии будут выходить. Вот, у меня это буквально 5 минут назад, к нам вот эти ребята прилетели. Вот, сейчас придется мне их немножко отбивать. Не знаю, кто тут ко мне придет. Вот, поэтому посмотрим. Так, ну тут ориентировочно падает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Так, и здесь. 8, 13 и 8. Это 20, 21, 22. Ну, 10-12 человек нужно убить. Значит, они к нам могут, получается, ворваться, да? Да, у противника есть взрывчатка. Ладно, будем что-то придумывать. Можно попробовать засадить из ракетницы судного дня, хотя я не знаю. Может быть, конечно, и не совсем время ее использовать. Так-то. Черт его знает. Медведы. Давайте внутрь. Посмотрим, что они тут мне преподнесут. Так, двое милишников в щитах. Розалина, первый кандидат сдохнуть, да? Психин тут хаваешь. Ну, в целом, такие ватные ребята. Тут есть, конечно, один он, упакованный. Возможно, получится его раздеть. Остальных посмотрим. Есть, конечно, с автоматами ребята. Вопрос в том, кто из них начнет стены ломать. Стены ломать начнут наверняка вот эти милишники. Причем прямо вот здесь стену ломать начнут. Блин, не успела разобрать. Ну, у нас-то все как обычно. Собственно, ничего не меняется. Диксон, давай. Ладно, давайте для начала расставим бойцов. Дальше будем смотреть. Так, арбалет. Давай сюда. Флип. В эту сторону. Лапс. Александр сюда. Киллер. Сюда. Стоун. Сюда. Коньяк, а ты чё? Блин, коньяк у нас ведь этот, инвалид умственного труда. Ну, пока непонятно, куда они идут. Вроде как в киллбокс. Если в киллбокс, то тут даже коньяк пригодится и сможет помочь. Ну, например, здесь можно стоять. Стрелять отсюда, туда, в пролет. Лам. Ну да, продуманная тактика – идти в кишку и дохнуть под выстрелами. Спасибо, что вы есть, конечно. Так, есть ли у них чувачки с судным днем, например? Или с чем-то еще? Ага, а вот этот хочет копать, да? Ну, пока он тут копает, эти уже успеют сдохнуть. Десятерых, 12 человек убить. 10-12. Тут, правда, пузырь есть. Достаточно много выстрелов на него придется потратить. Лишних. Блин, броня, конечно, дает себе знать. Так, надо, я думаю, что фокусить бомжей, вот этих вот. Этих тут бить бесполезно, в броне пока они там. А вот всех вот этих вот ребят, без брони, в принципе, за милую душу можно вырубать. Джунги вот эти все. Так, давайте четверо. Да. Гонзалес. Но что я могу сказать? Это было ожидаемо. Вот если бы у них были ракетницы, это было бы серьезно, да. А так. Клиническая нога. Отрезать бы тебе ее. Давайте попробуем вот этого вырубить, чела. Ну, сдохнешь, ну. А, ну это один рейд убежал у нас, да? Так.
60%. Да, что-то не алё вообще. 61 тоже не алё. Ну давай же, заканчивайся. Блиц. Молодец, до свидания. Да, это два половинчатых мини-рейда. От того первого так быстро убежали. Ну фиг с ним, 60% силовой брони. Я даже не знаю, есть ли смысл вообще брать ее. 60% плюс получать дебаф. 108%. Да не, наверное, смысла нет от этого, от всего дела. Баланс тут довольно странный в игре. То, что вещи с трупов почему-то носить нельзя по-нормальному. Так, на эти луки мне наплевать. Пушки мы все переработаем. Луки, в принципе, тоже можно переработать. Дайте-ка я освежу память немножко. Да, луки нельзя переработать. Ладно, нафиг тогда их. Пускай валяются. Да, блин, свободно говорю. Розалина, иди сюда, что ты делаешь? Так, тебя, наверное, нужно воспитать, да, немножко? Серьезно считаешь, что тебе нужно дверь бить? Так, разрешить все... А, блин, это в модах. Ладно, будем тыкать по одному. Да, не буду я эту 60% силовую броню снимать. Нафиг. Бессмысленно. И беспощадно вообще. Бессмысленно и беспощадно. Пускай выносит куда-нибудь. Сюда или вон сюда. Так, нужно медведов вернуть в зону медвед. Чтобы могли таскать, да, естественно. Так, и это нужно выключить. Это починят. Это починят. Тут починят. Ага, здесь доделали, да? Берем мрамор, значит. Сюда. Так, что, кто здесь? Сухпаяк тоже хорошо. Медведа, надеюсь, перенесут. Тут, кстати, можно вот так сделать. Так, ну что, пока отбили рейд, в принципе, должна быть у нас какое-то, наверное, затишье должно быть. Вот, потом можно вот так сделать. Здесь, может быть, двойную дверь поставить, не знаю. Ну, давайте. Эту разберу. Так, быстрее будет. Наверное. Не точно, конечно, но наверное. Одна рубашка осталась у нашего ремесленника. Да, и древесину никак не хотят нести. Но это, в принципе, не критично. В любом случае. Так, Бигред, что у нас? ...284 от сердца осталось. Совсем чуть-чуть. Совсем шушуть. Так, тут готово. Значит, двери стали вот сюда. Сейчас немножко микроконтроля. Так, и стенку эту можно разбирать. А, где у нас тут? Эй, разборка. Питерская. Ладно, разберут как-нибудь сами. Ну все, Бигред пошел разбирать. Замечательно, то, что надо. Какая-то война животных у нас идет. Халява прикатила. Так, у меня есть для этих дел всякие флипы и прочее.
Надо, правда, ему сейчас снять будет ограничение. Ну, не, зона, точнее, не ограничена, когда он перенесет. Да, надо еще будет вот эти блюда забрать. Что-то сегодня на грузовые контейнеры просто. О, еще статуи. Ну, это медведи перетащит. Все, пускай так будет. Бионическое сердце. Замечательно. Так, где у нас стоун? Ну что, будем сейчас оперировать. Работа 9. Нет, работа 11. Что-то я уже... Цифры уже путать начал. Так, кому там у нас? Коньяку? Нет, не коньяку. Я все забываю, у кого там... Вот, у Александра. Так, сюда, операцию, сердце. Давай, Люся, обедай и вставляй человеку сердце. Что он сейчас сделает компонент заново? Уничтожение лагеря. За середину 3 рубля. Что? Да блин, какая-то награда вообще неадекватная. Сходить, уничтожить лагерь, и тебе дадут за это какую-то жижу вообще непонятную. У меня, блин, постройка корабля на носу, они мне какую-то фигню предлагают. Серьезная игра. Это вот так вот действительно должно быть. Не, я не пойду. Ну нафиг. У меня цель построить корабль. Вид 11. Не, конечно, кто-то может сказать, вот ты тут скучно играешь, никуда не ходишь. Так если цель улететь с планеты, какой смысл куда-то ходить? О! Вот оно. Так, нет. Тут надо ОК нажать. Так, ну что, Александр, как там с новым сердцем живется? Вот из одного среднего пальца придется всю ногу менять. Я в свое время из этого поставил мод на хирургию. Ну, потому что достало. Так, и здесь нужно подсчитать, в каком примерно месте турельки должны быть. Так. Следующее. Конечно, оно кривовастенько немножко. Так, постройка, мост. Где-то, наверное, 1, 2, 3. Один, 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать. Где-то, наверное, в этом месте должно стоять оно. Чтобы нормально доставало. 1, 2, 3. 1, 2. Ну да. Вот здесь. Она примерно как раз как это находится. Следующая, значит, должна идти через клетку. И смещена на 2. Так. Если я тут ничего не перепутал. Ну, уже такой полукруг получается. Вполне. Враги, конечно, все равно будут меня фокусить. Ну, блин, что поделать. Ну, Александр, что у тебя там по здоровью? Давай рассказывай, как там живется. В 31 год с нормальным сердцем. Движение улучшено, потому что кровообращение улучшено. Слух ослаблен. Но слух это ну, вообще ни на что не влияет. Вообще бионические сердца можно было бы многим поставить, потому что сразу ну, пробафается. Хотя бафается только движение, по идее. Стоун. Нек.
Движение 112, работа. Где-то там у меня еще нефрита должны были принести. Только никак не несут. Сейчас еще статую надо будет назначить. Потом придется, к сожалению, деревянный делать. Я сейчас, правда, богатство себе немножко поднял этими статуями. Ну, богатство 170 тысяч. Золотых унитазов еще понаставить. О, нормально будет. Так, и здесь нужно сделать крышу. И, наверное, вот так. Обломки, значит. Точнее, не обломки, куски камня унесут. Так, и здесь нужно брать мост. К сожалению, придется вот так вот сделать. Ага, это уже подключился, да? Ну, и тут никаких подводных кабелей делать не буду, смысла от этого нет. Проще вот так вот сделать. Так, и сейчас, наверное, можно было бы здесь какие-то дополнительные ходы сделать вдоль. Но опять же, это геморрой, блин. То, что нужно расставлять мосты. Да, какая-то не очень идея, мне кажется, была. Тулбокс делать где-то вот. Ну, вот так. В воде. Хотя, ладно, сойдет. Раз уж начал, что тут переживать-то? Так, делаем две статуи. Половина лета прошла. У нас, я смотрю, полностью рис тут забит. Можно рис располагать? Да, здесь можно. Но если что, будет этот склад занимать. Тут я пока особо ставить не хочу, до тех пор, пока все железо не выкопают отсюда. Чтобы здесь просто перестать копать. И дальше нужно подумать, где выкапывать. Потому что жуки, если, например... Так, флип. Если жуки, например, где-то в хате, блин, появятся, это будет не... Ё-моё. Блин, столько леса. Жалко мне его. Хотя, не знаю, может быть, зря, конечно, я это делаю. Проще было... Пофигу, пускай он горит, дождаться там дождя какого-то. Ну, вроде тухнет. О, какие молодцы. Такс, далее. Далее. Ждем, значит, продвинутых компонентов. Может быть, имеет смысл уже потихоньку копить на кораблик. Хотя, опять же, не знаю. Все, что меня смущает, это то, что кораблик нужно будет дефать. Я фиг знает, как он тут дефается. Что вообще нужно для этого. Но если где-то здесь его располагать, тут можно двойную стенку какую-то построить, как я уже говорил. Двойной слой. Возможно, это поможет. Коньяк, что у тебя?
Семис, легкая боль. Легкая боль у тебя из-за мозгов, я понимаю. Я боюсь, что мне опять зимой энергии хватать не будет. Северная лениха прибывается к поселению. Так, ну раз ты лениха, значит, тебя можно доить. Давайте обучать. Тусуйся в зоне базы. Хавай рис, не знаю. Надеюсь, ты найдешь чем заняться. Так, это разбираем. И тут мне не нравится вот это уязвимое место. Здесь опять же нужно сделать, наверное, вот так вот. Сюда, а тут дверцу. Что? Ну как обычно. Бегите, глупцы. Так. Все сюда. Так, арбалет. Значит, в базу периметр. Мы вот так убираем. Чтоб сюда никто... Даже вот так можно убрать. Чтоб сюда никто не ходил. Так, медведы. База периметр. Че тут переносчиков хороших ломать? Так, арбалет сюда. Дверь держим открытой. Интересно, успею я убрать эту установку или нет? Ага, понятно все. Строить не назначено. Да, скорее всего, придется новую строить. Но вот только про жуков подумал. Ох ты ж, ёперный театр. Арбалету, походу, сейчас хана настанет. Блин, ну я надеюсь, его не насмерть съедят. Так. Лам, иди сюда. Коньяк, ты, наверное, вряд ли успеешь до этих дверей. Спасайся, глупец. Арбалет, давай, спасайся, ну. Коньяк, ладно, ты возвращайся обратно. Зеба сюда. Люся в проход. Лам. Открывай дверь. И вали обратно. Слушайте, успел убежать. Я не знаю, если бы за мной такое дерьмо побежало, я бы так быстро, наверное, побежал, как никогда не бегал. Давайте, до свидания. Тут появилась еще одна дверь, откуда можно вести бой. Ну, вести огонь, в смысле. Надеюсь, они ее не выломают. Блин, тут каждый куснуть норовит. Иначе это будет фиаско вообще. Полная причем. Все. Дополнительные жуки. Коньяк, что у тебя? Ну, ладно, иди отдыхай. Ну что, ждем паразитов. Бздынч.
Блин, вот это место нужно вырубать. Мешает. Неудобно огонь вести. Не со всех точек тут достает. Так, ты сдохнешь, Вы, в принципе, сдохли. Этих можно отсюда и не уносить, нафиг они нужны. Бесполезное дерьмо вообще. Так, эту дверь. Нормальное состояние. Да, открываем. Флип. Гига, флипни эту дверь. Вы свободны? Я вот что хотел посмотреть. Я хотел высокотехнологичный стол узнать, сколько он стоит, и, может быть, перенести куда-то. Единственное, что хрен знает, куда переносить. Вообще непонятно. Тут такая местность, блин, крейзи вообще. Крейзи сумасшедшая. Разве что можно попробовать вот эти вот солнечные панели сделать тут. Ну, эти разобрать, эти здесь построить. Здесь появится место дополнительное. И попробовать тут воткнуть. В таком случае здесь можно будет его тоже разобрать, переставить. Сделать линию прямую. А это пускай тут остается. Потому что животные идут на него зимой. Их можно на мясо охотить. Хотя животные они достают, конечно, иногда. Но в целом они полезны. Ну и самое главное, враги агрессивны на все это дело, так же как на недострой. Так, сколько стоит высокотехнологичный? Десять компонентов, 250 стали. Слушай, ты дорогой, а? Ну этот можно переставить. Ну окей, давайте тогда построим. Ну вот здесь и вот здесь. Крышу-то надо убрать. Вот так. Тут сейчас, в принципе, это двойная зона уже внутренняя. Так что нормально. Да, жуки ничего особо такого не сделали. Так, дверь нужно починить обязательно. При этом сработал триггерный ивент. Кардиопортез мне, наверное, не нужен. Штанцы, рваная одежда. Арбалет, у тебя шапка, да? Ай, сойдет. Осталось две статуи из нефрита в комнатах поставить. Нет, три статуи, здесь еще одна. И комнаты у нас, по сути, все будут застатуэтенные. Дальше можно будет статуи где-то в других местах ставить. Так, слушайте. Вот, практически радиус готов. А здесь статуя. Так, нет. Что-то здесь шкафов нет. Давайте-ка вот так вот сделаем. Ну, сейчас делать особо будет нечего, наверное. Особенно ламу вон. Что-то... А, восьмерочка уже. Ну все, раз восьмерочка, значит, он может вполне себе крутить компоненты. Ну да. Можно было бы второй поставить стол. Не знаю, я еще пока думаю, ставить вообще не ставить. Есть смысл, нет смысла. Черт его знает. Непонятно. Дострою сначала вот эти две. О!
Вот ты-то мне, дружочек, и нужен. Ах, сейчас мы с тобой торганем, шматьем. Ну или, по крайней мере, весь хлам можно будет сдать. Ненужный. Люся? Так, кто у вас начальник-то? Алло. Конечно, куда еще идти, кроме как не туда? Капец. Замечательно, 149. Химтоплива у нее неплохое количество. У нее есть нитрамин. Правда, я не знаю, буду я вообще им пользоваться или нет. У меня внезапно появилась ткань. Видимо, созрела уже. Можно, значит, бронештаники делать. Все эти толстые шкуры я сейчас, естественно, продам. Это другое дело, что я не знаю, чего у него брать. Хотя я найду, чего взять. У него компонентов он на 1400 есть. У него есть ткань, целая куча. Так что сейчас я у него выменю. Вообще-то ты просто зачетно, мужик, сюда пришел. Вот зачетину можно взять. Аптечек у тебя не видать, да, никаких? Так, шерсти. Это все на рубашке нарпать, так-то не нужна. Толстая шкура. Из нее, в принципе, можно, наверное, рубаху сделать. Кожа птицы нафиг. Легкая кожа нафиг. Простая кожа. Туда же. Голубой мех туда же. Верблюд. Волчья. Толстая шкура. От ударов изолирует. 124. Вот это мне нужна, толстая шкура. Из нее можно сделать, опять же, рубашки. Тогда... Слушай, я не понимаю, а что у меня две толстых шкуры? 124, а тут... Непонятно. 112. Нафиг. Туда же. Это все можно купить. Так, и начинаем продавать хлам. Я не знаю, потом, позже буду смотреть, что еще продать, что убрать. Сталь, естественно, забираю. Так, компоненты забираем. В любой непонятной ситуации покупай компонент. Все это знают. Штаны все эти 50% рубахи. Штаны из ткани тоже не нужны. Плохие штаны тоже не нужны. Рубашки фиговые. Так, вообще из нормального, что имеет смысл оставить? Просто из шлема убрать. Убрать плащ. А, это его. Пуховик оставляем. Футболка из меха шиншилла оставляем. Рубашка продаем. Пуховик из шерсти альпака. Тоже можно оставить, наверное. Хотя у меня шерсти дофига можно шить. Так что нет, продаем. Да и футболку продаем. Ну ее. В пене вообще. Штаны из меха. А, напродавал. И в целом. Ну хотя бы вот, говнокачество какое-нибудь продать. Но мне больше брать-то нечего. Нитрамин можно взять, конечно. Может пригодится. Или химтопливо. Тоже, я думаю, полезно будет снарядов понаделать. Если, конечно, денег хватит. Ну да. Все, прям, я прям даже рад. Весь хлам сплавили. О, барахла. Давайте-ка уносите, а то эти сейчас начнут жрать тут. Слушайте, перенеси, а. Только не говорите, что места для этой зачатины нет.
Так, и значит, сейчас что нужно будет сделать? Нужно будет бронештаники всем наклепать. Компоненты продвинутые. Так, бронештаники у нас тут делаются. Да, бронештаны. Не знаю только, не помню точнее, сколько их нужно. Делать стоун. Уйдет 600 стали. Так, 300 тканей. Ну, можно посмотреть. Так, тебе не надо. А вот этим можно штаны из толстой кожи сделать. Плюсим там и всем подобным. У тебя есть. У тебя есть. Так, коньяк. Одни, значит, штаны. Вторые. Третьи. Четвертые. Можно заменить. Пятые. Шестые. Седьмые. 7 бронештанов. Это как минимум нужно сделать. Я заказал 10. Что ж я тут все заказываю? Я заказал 10, так? 300 тканей. А ткани у меня сколько? Ткани у меня 280. И здесь еще какое-то количество, и у меня еще растет дофига. А, сойдет. Сейчас надо пронаблюдать то, что Стоун начал делать бронештаны. Ну да, начал шить. Замечательно. И нужно, наверное, боеприпасов сделать. Может быть, несколько минометов еще поставить, чтобы не одним там кое-как расстреливать, а залпом. В принципе, тема нормальная. Вообще, 100-500 минометов, тема хорошая. Но, блин, для этого, для всего химтоплива надо его делать лениво. Ну что, вы перенесете кто-нибудь когда-нибудь, нет? Лип. Перенеси-ка вон, сталь, например. Или ткань, не знаю. Ладно, вроде уносит. Хотя бронештаны лучше, конечно, по одному делать. Так, бронештаны отличные. Коньяк. Вот рубоне. Келлер. Надевай. Тут что-то я смотрю, автоматов много накопилось. Плохих. Этот надо оставить. Этот надо оставить. Снайперку оставлю. Эту оставлю. Это может быть тоже. Калаш нужно бы разобрать. Фиг его знает, кто там ко мне прийти еще может. Просто. А вдруг какой-нибудь заджойнец челик. Есть еще одни штаны, которые можно было бы продать. Ладно, пока не буду это делать. Так, это готово, да? Это значит разбираем. Здесь надо сделать крышу, помещение. И взять тут лабораторию. Сварганю. Раз тут будет лаборатория, значит... Можно потихонечку откусывать базу. По кусочкам, по кусочкам. Это хочу место отжать, пару помп поставить, не знаю. Может, когда-нибудь лет через 200. Ну, вы поняли. Осушится? А, готовы еще одни бронештаны. Может, имеет смысл склад назначить под бронештаны, чтобы он куда-то там не носил? Так, чистая одежда, бронекуртка, бронештаны, бронежилет. Да, качество нужно поставить.
качество, хорошо, легенда, целостность. 70-100. Следующий, кто напяливает, у нас будет арбалет. Делай. Хозяйство сейчас мы прикроем, чтоб мало ли там не отстрелили ничего. Так, и у меня статуи, да, доделали? Статуи, последняя статуя сюда перенесена. Страшный дух Альберта. Да действительно, не говори. Очень страшно. 400 качества. Я думаю, слишком жирно наработка в комнату такое ставить. Давайте поставим в хату. Сюда. А эту сюда. Ну, блин. Больше особо я тут никакого нефрита не наблюдаю. Поэтому, я думаю, можно будет из дерева делать. Привлекательность тоже тут более или менее хоть какая-то имеется. Келлер у нас ремесленник на 12. В принципе, норм. И я думаю, что, наверное, посадками больше заниматься не надо. Смысла нет. Так, ну, штанцы в процессе. Автор лам. Автор стоун. Значит, ждем-с. Да. И есть возможность нам всем немного разбогатеть. Помните, в тропике было. Здесь немножко другая возможность. Так, а тут как у меня? Угу. Тут надо сделать подводным кабелем. Серьезно? Мелководье. Мелководье, ты такое мелководье? Нафига вообще этот подводный кабель, если он не везде может быть? Это странная тема вообще. Ладно, хрен с ним. Дальше можно будет потихоньку, наверное, может быть, ставить стенки и дополнительные турели, или не знаю. Или в дальних рядах здесь поставить какие-то более-менее жесткие турели. Так, давай сюда крышу. Дальше. Это сюда. Тут. Не знаю, двери тут, наверное, от них смысла, может быть, никакого и нет. Я думаю, ученому пофигу, наверное, где тут ему изучать что-то. Так что я станок исследовательский поставлю, наверное, как-то где-то здесь. В общем, надо подумать. Или вот эти вот разобрать. Так, и построить. Ну, так вот стенку, чтобы тут ход такой к ним был. И закрыть вообще двери. Так, что у нас по мясу? По мясу вроде все хорошо. Штанцы. Танцы. Флип. Бронештаны. Диксон. Лапс. Коньяк. Коньяк, давай ты надевай. Ты, конечно, не знаю, инвалид ума.
Но пускай лучше будут бронештаны у тебя. Затем надо будет наделать курток, бронежилет. Ну, все, на что там ткани хватит. Как же долго они разбирают. Они вообще не идут разбирать, пока там сделают все свои дела. Бигрет, ну давай. Единственный строитель в доме. Единственный мужик в доме, да? Тут, в принципе, нормальная комната получится для нашего ученого. Люсину хату, конечно, можно тоже перенести, а тут что-то она где-то на мостках на каких-то спит. Как бы смысл от этого, не знаю, смысла никакого нет. Да и тут бы надо вот этот вот экспрессионизм сместить, было бы. Слушайте, у нас есть еще какие-то обломки или все разобрали уже? Да, только на том берегу реки. Туда идти вообще неохота. Хруст. Он же Хурст. Знать. Ты, наверное, делать-то ничего не будешь. Подросток. У нас с такими знатными подростками знаешь, что делают? Хруст. Каннибал, наркоман. Золотая молодежь, что ли, у нас? Не, ну мне такой общун нафиг не упал. В прямом смысле просто слово, нафиг не упал. Я его даже спасать не буду, ну его, пень. Это просто обуза для колонии какая-то непонятная. У нас тут не цирк. У нас тут все серьезно. Так что извиняй, братан, не твой день сегодня. Что-то я как-то звуковое уведомление пропустил о том, что он свалился. Ну, началось. Стоун. Кто же еще, как не Стоун? Так, осталась статуя одна сюда. Комнат. Есть ли вообще... Блин, у меня тут статуй целая куча, а я щелку сижу. Пурпурный вид. Так, пурпурный вид мы поставим сюда. Остальные статуи начнем потихоньку расставлять по хатам. Так, сюда одну для красоты. Что, кстати, с настроением? Великолепно. Блаженство. Оскорбление. Ну, вроде настроение около дела у всех уже поднялось даже чуть-чуть. Так, сколько там бронештанов осталось? Сейчас, в общем, доделают. Надо будет, наверное, потрошки поделать. Ну, в смысле, боеприпас для миномета. И вообще на несколько минометов поставить, я думаю. Хотя, я не знаю, может быть, я и зря сюда переношу. Научный столб, тут осталось две технологии. Остальное я даже исследовать не хочу, смысла вообще никакого нет. Надо будет потом когда-нибудь лечь и рисцать, я это сделаю. А так, это бессмысленное, беспощадное. Но дерево технологий здесь в игре. Так, грузовой контейнер, опять я что-то пропустил. Я надеюсь, сейчас рейд никакой не придет снизу. И нашего флипа тут не отфлипят во всякое. Во всякие разные места. Надо, наверное, второй слой стен потихоньку делать начинать.
О, здесь у нас готово, да? Так, тут у нас сюда. Турель, опять же, расходный материал. Блин, проблема здесь, конечно, есть. Если будет взрыв, этот кабель будет уничтожен, а дальше было делать. Что-то я как-то этот момент не просчитал. Давай сюда. И надо еще, наверное, несколько турелей запасных сделать. В принципе, материалы позволяют. Компонентов дофига. Почему бы и нет, да? Можно в разных частях базы поставить. Пришли гости глотать кость. Ладно, от них тут смысла никакого, от этих ребят. Можно, конечно, попробовать им какую-нибудь шмотку бесполезную продать, если они купят что-то. Но на то она и бесполезная шмотка, чтобы быть бесполезной. Стоун из мышечных паразитов психует по чуть-чуть. Да, бывает. Гигантский ленивец. Можно попробовать им опять же эту статую ненужную продать. Так, сюда статую. Статуя называется К. Гигантский ленивец. О, слушай, да он все барахло мне сейчас выкупит. Мне все равно, ну, этот автомат может мне пригодиться, а вот остальное. Всякие штаны вот эти вот непонятные. Да. Немножко невыгодно, конечно, торганул, но это фигня на самом деле. Избавился от лишнего хлама. Главное, чтобы сейчас опять какой-нибудь рейд не пришел. А то они любят, блин, когда не надо приходить. Мне скоро серию заканчивать, а они, блин, идут. Давайте, дружочки, развлекайтесь. Пати полным ходом. Так, что у нас тут с турелями? Одна. Блин, или начать уже здесь огораживать. Вообще, чтобы здесь начать ставить дополнительные турели, нужно здесь сделать ход в две клетки шириной, чтобы они здесь могли ходить по нему изнутри и обслуживать, опять же, турели наши. То есть зайти, починить там все дела. Турели, опять же, могут и здесь располагаться. То есть, как я изначально там говорил когда-то, штук 20 турелей воткнуть сюда. Ну, я не знаю, конечно, как это по итогу будет выглядеть все и работать. Так, статуи готовы, да, у нас? Зеба, воплощение полыхающих печей. Воплощение полыхающего стула, что ли? Да. У меня вот в RimWorld ХСК стул полыхает. Это да. А здесь-то что? Еще 100 дерева. Надо, наверное, больше дерева нарубить. Тут, в принципе, есть место. О. Как раз тут дела для Люси. Так, а здесь таскать больше нечего. Тут можно эту зону уменьшить, она не нужна.
Ага, здесь я смотрю, доделали. Единственное, что что-то с крышкой какая-то беда. Крышу давайте закроем. Какие шлюзовые комнаты? Блин. Что за печаль? В таких местах, в принципе, как раз таки можно турели ставить, какие-то такие, которые стоят вдоль периметра и, может быть, потом помогут отбивать какие-то врывы сюда. Потому что даже одна, две, три турели там все равно могут свое дело сделать. Вообще, если делать по сетке по какой-то, турели можно переставлять всегда. Тоже вещь такая полезная. Блин, немного осталось исследовать. Вообще, мне ведь до сюда-то прямо не нужно убирать. То есть я могу просто разобрать вот эту фигню. Так. Дверь перенести сюда. А тут построить стенку. Так ведь? Так. Все, это разбирается, и тут прострел будет. Решили проблему. Единственное, что нужно... Вот это вот. Ну вот я не знаю, 57 минут записи идет. И происходит налет. Серьезно, игра? Почему вот это сейчас-то? Ну... Блин, это еще и орда бомжей. Ну, я думаю, с этими ребятами все понятно. Они просто сюда заходят и умирают. Тут такая огневая мощь у меня, что им вообще тут без шансов просто. Но это... Давай. Это я буду делать в следующей серии, потому что в этой, к сожалению, ну, 58 минут уже запись. Время закончилось. К сожалению, я не успею здесь ничего сделать. Единственное, что я успею здесь, это животных расставить. А, ну они и так все в базе периметра почему-то находятся. Внезапно. Это я после жуков их не назначил. Ха-ха-ха, молодец я. Сделал, называется. Блин, сделал все, что надо. А потом я удивляюсь, почему у нас медведи ничего не таскают, да? Так, давайте это сюда. Ну, ладно, остальные дойдут потихонечку. По крайней мере, будет время на приветствие на какое-то в следующей серии. Эту серию я буду заканчивать. Если вам прохождение интересно, обязательно поддерживайте его лайком. Если хотите досмотреть и узнать, что будет в конце, поддерживайте его лайком. Давайте какие-то, может, комментарии, если вы действительно хотите узнать, что будет в конце, а то я могу до конца не дожить такими темпами. Вот. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.